Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Сантьяго Русиньоол. «Смеющаяся девушка», 1894 год. Холст масла, 65/54. Сантьяго Русиньоол – каталонский художник, поэт, прозаик и драматург. Его деятельность в изобразительном искусстве развивалась в русле общеевропейского постимпрессионизма. Мастер был инициатором каталонского модернизма и участвовал в движении за культурное возрождение области. Образ живописца можно увидеть на более чем 20 портретах кисти Пабло Пикассо, на которого Русиньоол оказал значительное влияние. Некоторое время вместе с Игнасио Суалагой и Рамоном Кассасом художник жил в Париже на Монмартре. Там он познакомился с направлением символизм и испытал воздействие Джеймса Уистлера. Написанная во французской столице «Смеющаяся девушка» отражает устремление Русиньоола к созданию полотен, в которых убедительная непосредственность сиюминутного впечатления сочетается с сосредоточенным осмыслением формальных качеств произведения, таких как композиция и, в особенности, цвет. Именно колорит чаще всего становился основным средством выразительности и ключом к пониманию искусства постимпрессионистов и символистов. Ну вот такое описание я нашел в интернете в картине «Смеющаяся девушка» Сантьяго Русиньоол. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.